Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в игру интересную про Боба, который собирает монетки. Это что такое? Смотри, мы стали большими! Круто! Так, интересно. Чтобы кидать бомбочку, нам нужно, получается, 50 монеток. Ого! Так, это что такое за чудище было? Какой-то грибок. О, бомбочка, бомбочка! Смотрите, мы, ребята, взяли бомбочку, и ее можем использовать. А ну-ка, на ком-нибудь использовать. Так, 100 метров мы прошли. 100 метров. Опа! Улитка какая-то сидела. Ух ты, а смотри, здесь много монеток. Это, я так понимаю, мы собираем 50 монеток и получаем бомбочку, да? Так, у нас пока что 21 монетка. Так, идем дальше. О! Так, смотри, чувак. Ага, смотри, сейчас мы его щелкнем. Опа, готов. Какой-то, не знаю, какой-то чудобречик был маленький. А, вон еще один. Ну, а нам нужно собирать монетки. На! А, нет, смотри. На! Это, щелкнули мы. Грибочек. Ух ты, сколько монеток сразу. 48 монет. Получается, если еще 2 монетки, то мы, ребят, должны получить бомбочку. Так, что-то я не понял. А где бомбочка? 50 монет уже сделал. 50 монет я заработал. А, я могу еще вот эти разбивать, смотри. Хорошо. А, вот смотрите, мы пришли, ребята. Здесь надо нам быстренько вот так вот разбежаться и прыгнуть. А, не получилось. Ну да ладно. Вот такой вот домик. Ага, так, получить награду. 100 монет, ага, нет, спасибо. А вы получили 100 монет. Хорошо, идем дальше. Так, ну что, продолжаем играть. Так, смотри, челдобряк. Тыщнули мы какую-то улитку. Вот она еще такая. Она, в принципе, такая счастливая, бегает. Мы, ребята, тыщнули. О, бомбочка. Так, сколько у меня бомбочек уже? Почему я ни разу бомбочки не использовал? Сейчас найду какого-нибудь врага, какого-нибудь босса, на которого я смогу использовать. Вот, на! А, такая анимация была. Странная. Я думал, там будет что-то поинтереснее. Ух ты, смотри, здесь тоже много монеток. Давайте соберем монетки. Так, здесь больше монеток, я так понял, не будет. Да, к сожалению. Оп, что такое? Что это за цветок такой? Никакой, какой-то нехороший цветок. Ладно, мы его не будем ничего трогать. Так, быстренько. А, я хотел сверху. Я хотел сверху пройти. А, уровень. О, смотри, еще сердечко. О, тут монет много. Давайте соберем. Итого мы уже 217 монет собрали. Ага, прыг. Есть, можно прыгать. Ух ты, ё-моё, что это такое вообще? Смотри. Опа. Не, она превращается опять в улитку. На, мне это не интересно. Давай, оп, щелкнули мы ее. Соберем дальше монетки. О, все, мы уже прошли уровень. А, нифига, так не получается, кстати, прыгать с высоты. Угу. Второй уровень мы, ребята, прошли. Получить награду. А, 150 монет, спасибо. Спасибо за 150 монет. Итого, рекорд у нас 6400. И у нас, ребята, третий уровень уже. О, так, что, я увеличился, да? Хорошо, так, челдобрек. На тебе. О, подожди. А, я сейчас могу вот так вот сделать. Опа, получи. Фашист гранат. Так, а у нас здесь еще вот монеток сколько много. Давайте соберем все монетки. Так, 50 монет, а, 50. 50 метров мы уже прошли. Так, здесь еще. А ну-ка, вниз спускаться я не могу по этим штукам. О, нечаянно я. Что я сделал? А что это минус 90 монет? А-а-а. Нифига себе, одна бомбочка 90 монет стоит. Вы с ума сошли? Что такие цены? О, это у меня что, неуязвимость включилась? Ладно. Сейчас проверю неуязвимость. Точно, неуязвимость. А когда она закончится? А, все, закончилась, да, неуязвимость.
Ну, коротенькая была неуязвимость. О, опять эта черепаха. На! Так, а почему ты это не проваливаешься в пропасть? Опасная, опасная. Так, иди ко мне, подожди, иди. Давай. Оп. Готов. Так, давайте попробуем. А ну ладно, сейчас соберем монетки. Так, никого здесь не будем убивать. И идем. А, все, прошли практически. Практически прошли. Оп, 2000 монет. А, не монет, это очков, видимо, 2000 очков я получил. А, 50 монеточек дали. Ну, спасибо. 50 монет тоже хорошо. А почему 2 звезды мне дали? А? Ладно. Так, спасибо за оценку. Так, спасибо, 5 вам. А, все равно выходит на сайт. Они вот так вот сделали, странно. Ладно. Ага, вот у нас, смотри, уровень. Так, бомбочку я забираю. А, вот появляется вниз. Хорошо. Ух ты, подземелье какое-то, ребята. Так, давайте в этого чердобрека бросим бомбочку. А, нифига. Бомбочка улетела вообще в другое место. А ну-ка, этого смогу щелкнуть? Да, щелкнули мы его. А, здесь все закончилось просто. Так, интересно, а могу я наверх прыгнуть? Да, смотри, я могу поверху бежать. Уии! Так, это пропасть, да? Чуть я не прыгнул туда. А, опять этот бегает, чувак. На, бомбочку тебе. Мне не жалко бомбочек. Ой, а как мне сюда запрыгнуть? Подожди, я хочу сюда запрыгнуть. Ой. Пожалуйста. Нет. Что-то не получается мне туда запрыгнуть. А как же тогда они это все сделали? Ну да ладно. Ничего страшного. Тут какая-то платформа, смотри. Так, надо... Ой-ой-ой-ой, какая она странная платформа. Я чуть не упал. Так, а тебя легко же убить, да? Да, убивается очень легко. Так, тут монетки сейчас соберем все. Все монетки надо собрать. И нужно еще вниз спуститься, там еще куча монет. Мне нужно много бомбочек. Потому что босс будет. И надо будет босса убить. А, ну ладно, мы сейчас сделаем так вот. Опля! Опля, готов. Чердобрек. А, вот еще один, смотри. Сейчас он подойдет поближе. Опа, готов. Хорошо. Все, теперь можно отсюда выйти. Выходим. А, поднимаемся. А что мы здесь? Ничего ж не собрали. А, смотри. Мне тут нельзя пройти, что ли, получается? Ну да ладно. О, у нас и время еще заканчивается. Смотри, у нас 105 секунд. Но мы успели. Успели пройти. А, какую награду же мне дадут? Да, 150 монет. Спасибочки. Спасибочки. И идем дальше, ребятушки. Идем дальше. Так, у нас 5-й уровень уже. Представляешь? 5-й уровень. О, тихо. На. Сейчас назад возвратится. На, возвратился назад. Ух, сейчас опять полетит, смотри. А, нет. Так, давай, катайся, катайся, слушай, чувак. Только смотри ко мне. А, видишь, он не возвращается, интересно, почему-то. Ух ты, ё-моё, смотри, что я сделал. Ладно, пусть катается. Их надо так подбивать. Так, опс. И готов. Что у нас здесь? А, опять этот грибочек этот бегает. О, защита, защита, защита. Ееее, я теперь неубиваемый. Хорошо. Мы еще должны успевать монетки брать. А здесь что интересное такое? Что он здесь защищал? А, монетки здесь стоят. Так, ну у нас много монет. В принципе, если я много монет насобираю, то... когда будет босс, я его уничтожу. Идем, прыгаем. 200 метров осталось. О, бомбочка. Бомбочка нам нужна. У нас уже много бомбочек, кстати. Ох ты, ё-моё. Смотри, что он. Они сваливаются, понимаешь ли? Ладно, сейчас попробуем. Раз. Ха, свалился, видишь? Опа, готов. Все, убили. Здесь еще, может, что-нибудь еще есть. Ну, навряд ли. Ничего нету, а может быть и есть. Угу. Сейчас все пооткрываем. Не, ничего не было.
Ой, когда ж мы уже дойдем-то, интересно? Так, смотри, опять улитка это. На! О! Она меня щелкнула! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я превратился в маленького. Ага. На тебе. Теперь я маленький, елки-палки, ребята. Что делать, это очень плохо. Ладно, сейчас отобьем монетки. Тут нигде нету этого волшебного напиточка-то. Мне нужен волшебный напиток. Оп. Так, вот эти улитки очень опасные, кстати. Ой, 1500 всего лишь дали, что так мало? Да, ушли. Так, и награда у нас сейчас 50 монеток. Ну что ж, спасибо и за 50 монеток. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Если вам понравилась игрушка, то ставь лайк обязательно. Подписывайся на канал, пиши комментарии, передавай приветы. Всем пока-пока.